просто мид будет стоять. Тума, походу. Так. Что у нас химосик? Так, все работает вроде. Ну, вроде пока нормально живем. Ой, под мой стрелу не поймать. Иначе будет прискорбно очень. Зря я так сделал.
Что с ним? Курился? Банка Силоринг. Плачу тебе там урон на этих, братик. Да, пожалуйста. Понимаю, что он пишет. Амингас Кага. Что-то там матерится, наверное, не знаю. Там у этого может быть инвиз. Это может быть проблемой. Другана. Чё по команде? Один фраг мой, три раза сфидели. Хорошо. Отлично. Команда фидит, ничего нового. В принципе, ничего нового. Везет на руну. Надо голема быстро убить с руки. Наших братьев напали враги.
хватает маны. На город наших братьев напали враги. Пофармим. Что еще делать на алхимике? Стики, правда, разряжены, это плохо. И то дерево прорыс. Попа, боль. Наших братьев напали враги. Успеет, нет? На город. Думаю, наших успеет. Братьев напали враги. Все, все, убил, убил. Я смогу руну законтролить, нет? Дима, я твой старый подписчик, хотел сказать тебе спасибо, я многому научился благодаря тебе. Спасибо большое. Очень приятно, дружище. Блять, это что надо было так поймать? Я ДПС они дают. Спасибо тебе большое, дружище. Очень приятно слышать такие слова. Опасная тема сейчас тут стоять. Нужно уехать на скорой помощи в таверну. Поэтому я, наверное, лучше просто сейчас отойду. Пойду. Оставь. Спасибо тебе большое еще раз. Прям трехкратное спасибо. Бля, мы с вами, брат, прости, я ничего не помочь не могу. Ну ёб твою мать, ну что за сука везение? Не хватает маны. Пиздец. Слишком много контроля. Надо на рабу сейчас БКБ даггер брать себе. Даггер, БКБ и... Ну, типа, даггер, БКБ и драться. Потому что там слишком много контроля. Тут без БКБ вообще не вариант драться. Они просто меня будут убивать раз за разом, и все. Там пик грязный очень. Очень грязный пик. Рикимару всякие. Срукимару. Варды забрал, да? Да. ТПшку забрал, походу. Так, вот это нужно продать наружу. На город наших братьев напали враги.
Не резется дерево. Блять, ну что тебе надо, а? На город наших братьев напали враги. Ой, ботал нажал случайно. БКБ просто мастхэв нужен. Наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Там руна есть, но я так боюсь идти ее брать. Это просто забей, как я ее боюсь идти брать. Что там нюкс может быть какой-то. Блять, а что это за инвиза? Не, да. Уходи, 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 уходи. Этого друга можно убить. Да, тебе в меня стан дать надо, естественно. Кого же еще? На нас напали. А он еще уйдет сейчас. Мемно. Ты гений, блядь, доты. Ты просто гений. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Ну все, он запомнил. Походу да, сейчас нас спалили. С МХ играем. Походу да, нас спалили. То, что мы с МХ рубим. Так, а куда мне нужно? Вау. Спасибо. Хочу увидеть игру через Арчит. Можно через Кентавра. Фух, тут жарко. Не лечится моя болезнь. Ага, я понял, только я ни хрена не понял. Разберемся. Не хватает маны. Привет, это походу Саня был, походу. Спасибо, Саш, я тебя услышал. Ну, давай сейчас эту игру доиграем уже и разберемся. Спасибо тебе, Сань, большое. Ну, скорее всего, это Саня, я не знаю точно кто, но я умер. Ой-ой-ой, не, тут ГГ. Вандалы толпой накидываются. У них двух героев нету, и мы все равно финим, да? Ну, Свен бегает где-то там по делам своим. Плотная каточка. Молоточек. Поехал. Хорош. Минус, отлично. Подмаз гемом. Надо убить ее.
Спасибо за донейшн. Я чекну еще после игры. Обязательно чекну. Спасибо заранее авансом. Будет, будет. Сделаем. А, кентавр чиздогон, я так понял. Все, разберемся. Орчи догон. Так, ну что, пойду на ранис побью. Сейчас смог я снова. Next БКБ. Не умирайте, пожалуйста. Пожалуйста. Очень слабая команда. Там слабышей закинуло за меня. БКБ буду фармить тут. Без фарма, не хочу играть, я проиграю здесь без фарма. То ты кам. Не убил. Ну, ты что, драться мне хочешь? По команде. О, дружище, привет. Привет, мой друг. Давно здорово. Не писал. Лови мелочи, ты знаешь, какой герой мне нужен. Да он. Я услышал, хорошо. Я походу понял то. Вот это был Саша, а то был другой человек. Хорошо, спасибо. Сделаю, конечно, Баламнара. После там заказ у меня после. И нахрен. Очень осторожно играю. Ой, ё-моё! Человек, который играет 85-ю, называется. Ой, 83-ю. По привычке. Кобздец. Нажал на кнопку, называется. Кимару с дезолятором. Хорошая руна. Напали враги. А я думаю, я... Подожди, что у меня шмотка не берется? Я оставлю, если я куплю этот. Сучка мелкая. Достал, ни хера она нету. Отлично. На нас напали. Повезло мне. Я думал, сейчас я отъеду на самом деле. А мне лакануло.
А курочки-то нету, да? Курочку убили. Хорош. Жирный. Хорошо. Я, наверное, еще дальше пойду, чуть-чуть пропушу. Там фармят пацаны. Это самое приятное для нас. Герой для нас не самый приятный. У них вижен здесь. На город наших братьев напали враги. Пиздец. Просто уничтожили. Тяжелая игра будет очень. Сейчас БКБ надо взять. На нас напали. Интересный мулат под мой был. Мне это не нравится. Ну, армия вроде фармит. Отличненько. Сейчас под маст стрелу кинет. Не до удаст, а нет, ничего нету, пацанов. Да? Нахуй, даст, ты согласен. Я умер. Сор меня запрыгнет. Ладно. Четко, ребята, да? На город наших братьев напали враги.
Не припорт за МХ. Наверное, на базу схожу. Гем выкину. На нас напали. Так, а что мне взять? Скадинера возьму себе. На рота 3 можно заходить. Я думаю. Новый гем купила. Собака. Гем, спасибо. Лично гемы дарит парень. Прям чудесно парень гемы дарит мне. Мне нравится. Чё там, братан? Не пошло. Бывает. Делать своим. Кажется, я еще и хач. Ладно. Давайте чисто не буду ДНД писать, чтобы это потма, ну типа, контент делала мне тем, что она агрится. Поржать чисто. Люди потом на записи будут смотреть и орать с него. Что я МХ говорит, прикиньте, парни. Я МХ. Вы видите, что я МХ, не? А вы деретесь, да? Ладно. Ничем помочь вам не могу. На город наших братьев напали. Я уже стал эти гемы им отдавать. Точнее, забирать у них. Что у них слишком много гемов. Гем за гемом. Пойду за скади своим схожу. Да. Ну вот гем взял парень, нормально. Ой, там нюкс такой сочный бегает. Бить бы его. Так, вот это, да, вот это. Это вроде все. Так. Че, поехали, найдем его, убьем. Ага. А он не такой простой. Слышь. Ну там крипов так много. На нас напали. Эта песня бесплатная, оказывается. Я даже не знал, что она бесплатная. Прикольный трек. Я даже не знал, что он бесплатный. Тут дота будет сейчас. Может подеремся? Что мы вряд ли сейчас что-то сделаем такого полезного. Пошли подеремся. Хочешь? Да. Я правда побаиваюсь, чтобы сейчас тут кого-нибудь пятерых в инвизе не увидеть. Значит, я обкекаюсь сразу. Давай вот так вот разделаем. О! Блять, я так не повезло.
Давай, давай, быстрее, быстрее, ворвись! Самру, братик. Хорошо. Забрал я. Ладно, да, нанести пуш. На нас напали. Да иди ты в жопу на подмесы, вонючий. Писишь, блядь. Бадон. Не против стрелу споймать. Криты купил. Блять, как он успел? Хотел Арманту нажать. Ну да, я софтер, софтер, да, да, вы правы, я софтер. Да. Я с МХ, признаюсь, наюсь. Блять, что ему сделать еще? Не МХ. Там с руки Мару жив, надо отойти, Нара. Вроде, да. С руки Мару жив. МХ в наше время звучит как, не знаю, какая-то, не знаете, как показатель скилла какого-то, знаете, МХ. Ну серьезно, вот, то, вот все говорят МХ, МХ, ты МХ. Это как показатель скилла какого-то, серьезно уже, в 2021 году. Чё, братишка? Бля, помогите. А, норм летра юзни. МХ. Чисто МХ. Это было МХ. Кто не понял, это было МХ сейчас.
Я его на фонтане убил, я знал, что он находится на фонтане, там была МХ. Я прыгнул в тень. Прыгнул в тень, там где были крипы, но это МХ. Вы поняли, о чем я. Я умер. Сейчас с руки Мару за мной, блин, даст, не? Выжил. Четкая игра, 254 по ТС, нормально насыпала.